Ребят, всем привет! Небольшое видеознакомство для начала. Меня зовут Айдар Калимуллин, и вещаю я из деревни. Вот такая у нас деревня. Такие красивые виды. Вот. И снимаю я про сельскую жизнь, про то, как живу, чем занимаюсь. Вот. Все об этом. Лайфхаки всякие, кормление, содержание и уход за животными. И вот тут солома решила все испортить. Вот так нормально. Ну, хотя более-менее. Сразу видно, что парень из деревни. А это наш двор. Вот собачки. Все дела. Я отучился в аграрном университете в Уфе. 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Закончил, кстати, с красным дипломом. Вот, и приехал к себе в район в надежде найти работу. Но безысходность привела к тому, что я теперь стал блогером. Блогером в сельском хозяйстве. Это, кстати, нелегкий труд. Снимать и еще ухаживать за животными, все это еще потом надо монтировать. Это не так уж и просто. Залетаем сюда. Салам, братва! Тут у нас КРС, крупный рогатый скот. Вот, тут у нас приготовили сено для них как раз-таки. Сейчас покажу. Ну и в деревне без курей никуда. Салам алейкум! У всех уже тихий час. Опа! Тут у нас коровы. Коровы дойные. Каждый день разминаю ручки. Чё ты ходишь? Привет передать. Также у нас есть барашки. Рокки, пару слов туда-сюда. Интервью. И вот новорожденные телята. Этому месяц, этому... Так, сколько, я не помню. Нет, 3-4, а этому 2. Это у нас смотрящие двора. У нас, кстати, 3 лошадки. Одна там в стойле стоит. Так, братва, на выход. Ужинают. Ёлка, как дела? Тут 2, там еще 1 рабочая лошадка. Вот тут еще 1 корова. Привет, Марта. Как всегда, жует жвачку. Ой, помимо этого у нас еще есть гуси. Сейчас покажу своего братана. Брат. Братан. Это братуха мой. Опа, опа. Любит со мной драться. Ой, больно, больно. Отстань. Все, 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 я сдаюсь, сдаюсь. Сдаюсь. Нет, обратно. Фу. Вот такой вот типок. Ничего не боится. Как цапнет и все. Так. Привет. Крольчиха беременная. Вот, там еще есть, сейчас покажу. Ну, как поняли, я снимаю про деревенскую жизнь, про то, как мы живем, про то, как я там убираю, всякие лайфхаки. Вот сейчас весна, скоро начнутся посевные работы, как все сажаем, картошку по старинке. Возможно, даже трактором будем сажать в этом году. И тут у нас кролики вот. В принципе, у меня тут интересно. Кто любит деревенскую жизнь, всю эту культуру. Также у меня вы можете найти всякие народные рецепты. Это что мы кушаем, что готовим. Даже моя любимица. Лошадей мы держим для души. Мне они нравятся. Люблю скакать верхом, особенно летом. Когда прям скачешь и в лицо теплый ветер. Ну, вот у нас лайм. Тут босик и граб.
Так что, ребята, подписывайтесь. Рад видеть вас у себя на странице. Я думаю, вам будет интересно за этим всем наблюдать. Возможно, некоторым даже захочется переехать. Ну вот, ребята, оставляйте комментарии. Пишите, про что снять следующий влог, чтобы вам было интересно посмотреть. Лайкайте, комментируйте и подписывайтесь. Всем пока-пока.